Хишки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня поиграем с вами в игру под названием Том и Джерри Чейз. Это новая игрушка, она, ребята, у нас на мобильных устройствах. Я не знаю, что она из себя представляет, но по графике она, в принципе, выглядит довольно-таки привлекательно. Короче, регистрируемся, мы можем выбрать один из аватаров. Дятла, уточку, Тома или Джерри. Вот этого Тома берем, ребят. Но мы везде играем за Тома все-таки, да? И пишем свой ник. Разумеется, мой ник. Опа, очки. Готово. Регистр. Так. Бэнг, боу. Что происходит? А, это мультик нам показывает, лол. Мне не надо мультики смотреть. Итак, вы можете переиграть какие-то уровни тренировочные потом в кемпе. Окей. Нам нужно, видимо, играть сейчас за Джерри и убегать. Или что, или наоборот. Не знаю. Сейчас узнаем. Так, это у нас загрузочный экран. Посмотрите, тоже прикольный. В старом стиле. Здесь очень будет много моментов из мультиков. Я не знаю, можно ли их показывать или так далее и тому подобное. Короче, вот у нас Том бежит, вот мы играем за Джерри, окей. Том заблокирован снаружи, попробуйте сбежать, окей. Чтобы бежать, нужно на эти штуки нажимать, окей. Окей. Смотри, можно всякие ловушки ставить, да? Place hold your device in both hands, окей. Так, бежать сюда. То есть вот мы здесь добежали до сюда. Можно прыгать, нам говорят. Типа, чем больше зажимаешь, тем выше прыгаешь. Прикольно. Блин, интересно, слушай. Окей. И разумеется, если влево, ой, вправо нажимать и одновременно прыжок, то можно будет перепрыгнуть. Так, ну что ж, попробуем, я думаю. Погнали! Отлично. Так, теперь вы можете взять... Пока Том не видит, да? Пока Том спит, и забрать сыр. Окей. А, вот, все, пикап. Забираем. Так, сыр теперь у нас, он очень тяжел. И, разумеется, будет тяжело убежать сейчас от Тома, да? Опа, в норку. Опа, положили. Отлично! Все, сыр теперь в норке. И вы должны использовать что-то для того, чтобы его забить туда, чё? Да. Посмотри-ка. Заталкивай, давай, ты сможешь. Мы должны задерживать, я понял. Прикольно, все, готово. Level up. А, мы можем прокачивать, видишь, эти все штуки. Все способности свои. Прикольно. Получаем опыт и прокачиваем. Ага, теперь у нас есть, видишь, на карте. Можно открыть карту. Сделать больше. И увидите, где у нас находится следующая миссия. Прикольно. Ну, погнали сюда. Опа. Побежали. Нам нужно вниз. Блин, здесь прикольный уровень, прямо большой. Сделан. Открываем. Не то. Так, бежим. Прикольно, всякие звуки есть. Забираем сыр. Кидаем его в лунку. В норку. И закидываем. Ой-ой-ой! Что происходит? Нет! Только не ты! Только не Том, он близко! Чуть не поймал нас. Здесь реально мультики какие-то сделаны. Ага, то есть меня бьет. Так, атакуйте Тома, чтобы успеть убежать. Окей. План Джерри пошел правильным. Он немножко остановил Тома. Все, победа! Ё-моё, ну это прикольно, слушай, это прикольно. Интересная игра. Ну давайте продолжим. Я вообще люблю вот эту всю... Тома и Джерри я обожаю с самого детства. Здесь еще вот как раз-таки показываются серии в промежутках, да, определенных. Как раз-таки из старого Тома и Джерри, не из нового. То есть новый Том и Джерри уже давно никому не нравится, а вот старый Том и Джерри нравится всем. Так, вот у нас всякие зарисовки. Я хочу кушать, говорит. Да я сыра вон сколько принес, ты прикалываешься? Джерри, я съел весь сыр. Иди-ка обратно вернись, потому что я очень сильно голоден. Спасибо тебе, чувак, я столько сыра принес. Посмотри-ка, у нас это база наша, офигеть. Вот что у нас, оказывается, там находится. Так, Том установил ловушки по всей этой фигне. Офигеть, смотри, ловушки-то тоже из Тома и Джерри. Из мультика, офигенно. Это супер. Так, я знаю, это очень опасно находиться здесь, Джерри. Не беспокойся, я... опасно, наоборот, выходить. Я останусь здесь, говорит. Так, we can ask him for help.
Он, короче, позовет кузена, который должен помочь ему. Окей, кузен. А, тот самый. Тот самый хулиган крутой, который нас все время спасает. Прикольно. Так, я очень голоден. Я уже скоро сойду с ума от голода, говорит. Так, ну все, чуваки, я здесь. О, это наш мускулистый кузен. Наконец-таки ты здесь. Том опять захватил наш сыр. Это Том, самый проблемный кот из всех, которых я знаю. Пойдемте со мной, я научу его, я преподам ему пару уроков, говорит. Так, кузен Мускул его зовут. Давайте его называть кузен Бицепс тогда, тогда будет посмешнее хоть. Весь сыр, короче, спрятан где-то у Тома. Мы должны его найти. Никогда не бойтесь, эти 4 робота, робота-мыши, должны нам чем-то помочь. Найти скрытый сыр, чё? Роботы должны найти сыр? Звучит волшебно. Не в эту секунду, сейчас мы должны что-то сделать с контролером. Ну давай посмотрим, что за контролер. Контролер. А, во! Мы должны играть за этих роботизированных мышей? Прикольно. Посмотрите на робота-мышь. Она что-то нашло. Ура, Джерри, у тебя получилось. Ты нашел пирог опыта. Так, быстрее забери его. Берем. О, прикольно. Это 3 опыта кейк. В этом, короче, пироге 3 опыта. Собирай их больше, короче, и будет у тебя потом уровень. А мне нужно его принести обратно? Или что мне с ним нужно сделать? Вот здесь сыр. Хорошая работа, малыш. Ты нашел сыр. Окей. Теперь робот-мышь должна завершить свою работу и вернуться обратно. А, во, нифига себе. То есть мы теперь знаем, где сыр, и мы должны будем бежать туда, когда только мы вытащимся из норы. Понимаете? Понимаете? Понимаете. Окей. То есть хоп. Но не стоит забывать, что у нас здесь есть Том. Быстрей, 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 быстрей. Мы успели. Так, я опять съел весь сыр. Так, окей. Ну все, мы сейчас будем... Мы должны бежать? Ой. Мы нашли какой-то шарик. Том защищает какую-то ракету. А, он схватил его, офигеть. Мы должны его помочь ему, спасти. Не паникуй, Джерри. Этот гольфбол, ты видишь его? Кинь его ему в лицо. В лицо Тому. Бэнг! Вот и все. Том теперь застанен. И мы можем освободить его. Ей! Прикольно. Так, ты спасен. Ты спасен. Ну что делать с ракетой? Ракету надо тоже забрать. Я бы на месте Джерри бы забрал. Спасибо, Джерри, ты лучший. Робин Гуд просто... выкинул кусок сыра. Я не знаю, к чему вообще это ведет. Кузен Бицепс. Все мышиные норы заблочены сыром. Заблокированы сыром. Теперь у нас нет варианта, чтобы выбраться обратно. Но у нас есть возможность сломать эту стену, говорит он. Том где-то сзади. Ну понятно, давайте ломаем стену. То есть берем это. Сломали. Том, Джерри сломал, получается, стену. И теперь все могут выбраться. Опа! Победа! Посмотрите, всякие разные эти мыши. Я так понимаю, это просто кастомизация, да, Джерри? Или что, это реально какие-то другие мыши? Я просто не знаю, я не шарю. Я знаю только самого Джерри. Джерри, кузена Бицепса знаю. И, разумеется, его вот этого мелкого... карапуза, который все время жрет. Помните, наверное, серии, где он сжирал целый апельсин? Он у него как бы не помещается, но ему такая разница. Так, смотри. Мы можем получить... Смотри, мы можем играть также за Тома. Прикольно. То есть мы получим 50 монет, если сыграем за Тома. Давай посмотрим. Давай посмотрим, как играть за Тома. То есть это пока что обучение идет, поэтому не удивляйтесь, почему так все странно, почему я ничего не понимаю сам. Потому что нас обучают. Так, так, так. Кто-то что-то разбил. Кто это был? Ах ты, Томас! Как ты посмел разбивать? На нас хозяйка орёт.
Мадам, Том просто полный глупец. Дайте мне сделать всю работу за него и поймать мышь. Так, какая-то Лайтнинг. Лайтнинг — это его имя? Или что? Давайте докажем, что он не особенный. Да, это его имя. Я чемпион по ловле мышей. Скажу тебе вот что. И когда... Не, скажи мне вот что. Почему мы не имеем... Почему ты такой, короче, никчемный? Если ты проиграешь мне, то отдашь мне свой дом, я буду здесь жить. Короче, вы имеете спор вместе с Лайтнингом. А я хочу увидеть, кто из вас лучшая кошка. Том, Лайтнинг, поймайте мне как можно больше мышей. Окей, короче, наша задача — ловить мышей, я понял. Только что у него в руках за штука такая? Please hold your device in both hands. Окей. This room smells like Jerry. Короче, здесь пахнет Джерри. Давайте найдите его. Так, здесь нет ничего. Ну, нас опять учат прыгать. Мы умеем. Мы умеем. Не надо скипать уровень. Джерри! Хоп! Ой, пока-пока, я упал. Мы должны его, короче, схватить. Мы для того, чтобы его схватить, здесь видишь, что нужно. Здесь сложновато его просто взять и схватить. Здесь нужно сначала его избить, потом только схватить, и после этого уже может, типа, показать хозяйке. Вау, Том поймал Джерри! Невозможно! Какой же ты все-таки счастливчик, Том! Хорошая работа, Том! Теперь прицепи его к ракете! Отличная история! Вот что делают со всеми мышами. Так, прицепляем его к ракете. Мы можем что-то прокачать, так понимаю. Да, мы получили немножко опыта, и теперь можем прокачать. Ну, давай это прокачаем, не знаю, что это такое. Жди 40 секунд или больше, чтобы Джерри взлетел. Так, Джерри и его друзья, они хотят его освободить. Просто останови их. Используй приманку для Джерри, вот эту штуку, да, я так понимаю. Джерри, я должен спасти тебя! Ну, иди сюда. Опачки! А теперь ты уже не спасешь. Раз удар. А, 3,5 секунды перезаряжается, офигеть. Два удар. И все, теперь можем его схватить. А куда мы его должны теперь засунуть? Прости меня, хорошая кошечка! А, вон, другая ракета у нас находится также в доме. Прикольно. Так. Да, другая ракета у нас есть также в доме. Давайте. Погнали туда! Опа. Прицепляем. Так, мы поймали еще одну мышь. Том поймал целых две мыши, между прочим. Да невозможно! Хозяйка! Том просто на самом деле читер. Да-да, именно так. Ну и кто здесь выиграл? Все-таки Том выиграл. Ну, хозяйка, дайте мне еще один шанс. Нет, Лайтнинг, ты проиграл. Иди-ка лучше другой дорогой. Ну, все понятно, мы победили. И все, мы сидим, спокойно чилим, отдыхаем у себя в кроватке. Вон, нам даже торт сделали. Прикольно. Победа, победа. Ну, все равно ничего не понятно, все равно. То есть нас обучили, как играть. А что вы, основная цель-то какая игры? Все-таки играть за мышь? Прокачивать что-то или что-то еще? Так, у нас здесь всякие штуки есть. Посмотри-ка, всякие мыши разные. Да, мне дали, типа, достижения определенные. И какие-то предметы мы открыли. А, не, вот это мы не посмотрели, как ловушка используется. Короче, мы можем еще два туториала пройти. Mouse Victory Conditions и Cat Scout Face Technique. Ну, короче, какие-то можно ловушки использовать. И можно просто за мышь поиграть. Я не знаю, что это. Смотри, эксперты. Уровень эксперта туториалы здесь. Поздравляем, ты такой классный, говорит мне опять-таки хозяйка. Смотри, можно на джойстике играть, лол. Омега-люль. Ну, а разница какая? Я особо не вижу варианта. Какая такая остается. Так, можешь сделать все в одном, либо все на разных. Сложно. Может, чем больше кнопок, тем лучше? Я не знаю. Я не шарю, чуваки.
Free mod. Free interaction. Ну, давай вот это поставим. Но потом нужно будет менять серверу. Мне, чтобы удобнее было, нужно будет в любом случае менять. Вот, кстати, Том опять читает какую-то книжку. Вместе с Джерри. Ну, мы можем начать классический режим. Но, я так понимаю, мы будем играть все-таки с людьми. Да, это правильно ведь? Или нет? Кого мы выберем? Ну, давайте за мышь. А, больше всего людей играют сейчас именно за мышь. Пробуйте сыграть за кота, говорит. Давайте. Мы можем пригласить друзей, да? Мы можем пригласить друзей. Можем дождаться, видимо. Или не будем дожидаться. Если я просто начну. Я могу просто начать, серьезно? А, во, мы присоединились к чувакам. Прикольно. Офигенно. У нас получается 4 мышки и один Том. Один кот. А, все, я конфирм нажимаю тоже. Видите, туплю. Ну, первый раз, что вы хотите. Вон, видишь, всякие разные мыши здесь. Здесь написаны мои способности. Перк, который у нас взят. И все. Видишь, все берут почему-то ту мышь. А почему? Ну, давайте тоже возьмем Туфи. Активная способность. Боулинг Болл. Пассивная способность. Какая-то... Очень много жизней и сильный. У нас есть какая-то ракета. И перк. Что делает перк, пока непонятно. Ну, прикольно, слушай, интересно, интересно, реально прикольно. Сейчас бы понять, как все это работает, и вообще будет супер классно. Надеюсь, что вам тоже, ребят, нравится данная игра. Если вы хотите, чтобы я углубился в то, как в это все играется, то вы будете ставить лайки, разумеется. И дадите мне понять, что да, тоже вам всем интересно, что здесь такое происходит. А может быть, мы здесь с ботами играем? Просто странно так получилось, то, что все присоединились. Да, скорее всего, это тоже боты все. Это у них нулевые уровни. Просто очень странно получилось. Что-то подлагивает вообще пипец. Ладно, используем мышку, как нас учили. Так. Ищем сыр. Ищем сыр. Один сыр нашли. В это время Том устанавливает ловушки, заметьте, да? Так, я нашел шарик. Мне не шарик нужен, мне сыр нужен. Здесь всякие штуки есть. А можем это все брать, интересно? Нет. Тарелки нельзя брать. Может, кто-то опыт нашел. Пайк, ты здесь, друг? Торт, смотри, какой здоровый. Но его взять нельзя почему-то тоже. Я все еще играю за мышку. За роботизированную. Чё, идите за сыром, говорят. Так, мы можем что-то прокачать. Давайте прокачаем ракету. Ага. Целых 30 секунд, теперь у нас перезарядка. Там все уже бегают, прыгают, а я один здесь стою. Но мне кажется, это боты, они потому что тоже первый раз играют. Так, так, так. А это типа ловушка, я понял. Прикольно. Я хочу, я замораживаюсь-то все время. А как съесть? А, мне нужно обязательно сюда нажимать, я понял. То есть у вас появляется действие, вы нажимаете. Найти бы сыр еще. О! Скриншоты старой серии. Открывается шкаф? Не открывается. Непонятно, что надо сделать. Можно съесть. Прокачались. Прикольно. Там печка. А-а-а! Мы здесь, наоборот, поджигаемся. Видишь, тоже урон он наносит. Здесь дверь сломанная. Ну, Том там внизу.
Здесь все съели. Сыр здесь запихали. А, мы кидаться можем этой штукой. Едим еду. У нас нарисован где Том. Видите, где он далеко. Так. Получаем опыт. А, это ускорение надалось, видишь. Воу-воу-воу. Ну, сложновато, сложновато разобраться. Там все несут сыр, кроме меня. Потому что я не понимаю, где его брать. Как мне спуститься вниз? Давайте прокачаем ракетницу. Там нашего этого тиммейта уже повесили на ракету. Сейчас я прокачаюсь до 5 уровня и пойду с Томом разберусь. Там тиммейты сами без меня все делают. Все выполняют. Посылка с собакой. Сыр! Быстрее, быстрее, быстрее. Нифига себе, мне бежать нужно. А за мной Том, да, пошел? Он сейчас за мной пойдет, да? Не, он не пошел за мной. Но он там. Он там, сейчас за другим. А, здесь, видишь, мы одну, получается, заполнили сыром. Бежим, 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 бежим. Том, не убивай меня. Не убивай меня, Том. Блин, а лестница-то видишь где? Быстрее, быстрее, быстрее. Бежим, бежим, бежим. А, мы можем сбежать уже? А зачем я сыр-то это тащу? Я тащу сыр, думаю, то, что мы должны сейчас сбежать с сыром туда вниз. А мы, оказывается, уже прошли. Типа у нас все время кончилось? Я не понимаю. Я не понимаю, но прикольно все равно. Здесь... А здесь так легко упасть с лестницы, пипец. Мы должны сломать эту фигню. Так, у нас есть ракета. Я готов. Не бей. Не туда, не туда, не туда. Ага, то есть это тоже можно использовать. Кидаем, 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 кидаем. Есть. Убегаем. Ну мы как бы справились, но не полностью. Я так и не понял, типа нужно было нести уже этот сыр последний, или кто-то до меня донес уже сыр, и типа заполнили все, получается, эти, и теперь выиграли. Непонятно нифига. Написано то, что у них есть очки. Может быть, это не боты совсем были. Ну, у меня лично лагает немножечко игра, потому что серверов, видимо, русских нету. Но при этом вполне себе. S+ мне дали, за что? Я ж ничего не сделал. S+ это лучший ранг, если что. Ну, прикольно. Все равно прикольно. Пока ничего не понятно, но очень прикольно. Тяжелая работа у меня. Кооператива 0. Вити, не знаю, что такое, почти тоже 0. Для этого тоже почти 0. И здесь 275. Not bad. Back to lobby. Но здесь, видишь, какие-то перки присутствуют. Какие-то еще штуки. У меня третий уровень, вон. Вот, его опять вернул сюда, так скоро. У тебя какой-то теперь открыт шоп. Теперь можешь посмотреть, что там можно купить. Ну-ка, 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 покажи-ка. Можно купить персонажей. Ну, в принципе, логично, да? Это донаты, донаты. В каждой игре донаты. Можно купить персонажей, которых у меня до сих пор нету. Да, вот видишь, новых персонажей. За алмазики и за золото можно их купить. Самые популярные это Туфи. Но у нас уже он есть. Зачем нам еще его одного покупать? Вон, Топси можно купить из этого. Помните из мультика тоже? Когда они нянчились с Томом. Ну, вон, всяких можно купить прикольных. Дэвил Джерри. Но это дорого. Это дорого. У меня кристаллов лично вообще нет, я не понимаю. Вот я не понимаю. Ковбой Том. Это разве не обычный Том? Просто переодетый в ковбоя. Почему это считается как отдельный персонаж? Это уже скин получается, а не персонаж. Интересно, сколько стоят у нас кристаллики? Наверное, вообще дофига. Дофига и больше. Видишь, всякие вкусняшки можно купить. Добавлениях скина можно купить всякие. Непонятно ничего. Очень интересно, но ничего не понятно. Вот, видишь, вот это уже скины. То есть ты можешь, к примеру,
к Джерри Робин Гуду купить вот такой вот скин с маской. Вот в чем прикол. Во, классное вообще. Посмотри. Классный скин. Блин, столько ностальгии сразу навеивает. Магический какой-то Джерри. Это легендарный какой-то скин, видишь, он золотого цвета. Че еще золотого у нас здесь есть? А золотого больше и нету. Такие всякие есть. Ну, Devil Jerry или Devil Toofy, они самые прикольные такие. Ну, из героев, которых я бы, наверное, хотел приобрести. Прикольно, прикольно. Ладно, в шопе мне все равно делать нечего. Пока что я не понимаю, где вообще брать эти штуки. Квесты какие-то можно выполнять. И у нас там подарочек сверху какой-то висит. Так. Вот, мои квесты, я их выполнил. То есть нажимаем claim, получаем награду. 250 энергии. Еще 250 энергии. То есть, а это у нас не выполнено. Каждый день тренировочный день. То есть я должен каждый день заходить, тренировочный день проходить? Не знаю. Not pain, respect. Играйте за кота или мышь и атакуйте спайка один раз. С помощью пистолета или другого предмета. Окей. Есть дейлики, а есть недельные задания. Ну, короче, очень много всего. Очень много всяких заданий. Клеймол нажимаем. Так, buy golden shuffle to get more gold. Не, нам не нужно. Можно купить уровень. А для чего он покупается? То есть мы покупаем уровень этой штуки, и, разумеется, мы будем больше подарков получать, да, я так понимаю? А, если у нас будет, к примеру... Ну, это да, это Season Pass, короче, это Season Pass. Ты, типа, покупаешь Season Pass и получаешь всякие скины и прочее за счет того, что... Вон, смотри, всякие здесь есть. То, что вверху ты получаешь бесплатно, даже без сезон пасса приобретенного. То, что внизу ты получаешь только сезон пассом. Ну, это то, что нам предложили купить вначале, чтобы получать больше наград. То есть скины, к примеру, здесь будут всякие. Давай посмотрим, что есть самое интересное. Что же за скин там будет в конце, к примеру? Левел 28. Вон, там вон какой-то скин крутой. Подожди-ка, мы... О-о-о! Монарха Джерри можно получить скин. А это тоже скина Робин Гуда. Прикольно. То есть это мы бесплатно в любом случае на 30 уровне получим. Но это, видишь, нужно целыми днями играть. Вот в чем прикол. Это, конечно, и прикол, и проблема одновременно. Так, можно покупать за билеты какую-то фигню. И не только за билеты, я так понимаю. За 50 можно открыть. У меня ж нет 50. За один кристаллик можно получить. Непонятно. Ну, все понятно, но ничего не понятно. Так, мы можем использовать... Играть в ранг. Ранкет? Это что такое за подарок? Так. Будьте первыми, и тогда вы получите это здесь. Окей. Типа приобретайте эти штуки, алмазики. Сколько они стоят? Давай посмотрим. То есть, к примеру, самое дорогое это 100 баксов. 6 тысяч кристалликов плюс бонус 1000. То есть 7 тысяч кристалликов стоит 100 баксов. 100 баксов это у нас сейчас 8 тысяч рублей. Да уж, да уж. Когда видишь такие цены, что-то не особо хочется, если честно. Ура! Получили сыр какой-то. Не знаю, куда все эти монеты еще тратить. Пока что не понимаю ничего. Но думаю, что мы с вами рано или поздно разберемся. Как вообще это закрыть? Вижу крестик. Можем на детектива задонатить. Получить его. Какой-то ящик. Прикольно, прикольно. Так, ивенты.
Ну и ивенты какие-то. Дейли ивенты есть. О, мы уже что-то получили. Плюс 100 сыра. Видеоконтест. Какая-то регистрация на какой-то турнир непонятный. Можно, видишь, получить его каким-то образом. Я так и не понял, каким. Но каким-то образом можно. О, смотри. Триал. То есть мне дали Devil Jerry на один день, если вы не понимаете. Ну, мы за него сыграем уже в следующей серии, я надеюсь. Ладно, ребят, на этом все. Видите, у нас получилась полная серия изучения. Как самого меню, так самой игры. По факту, ребята, здесь разбираться и разбираться еще до сих пор. И вообще понять бы... Вообще, что основная цель? Только вот так вот бегать и все, больше ничего не делать? Непонятно. Какая-то бронзовая коробка. Там был сыр. Окей, спасибо. Здесь опять-таки дейли какие-то. Непонятно опять, за что. Забираем, за бесплатно. Слишком много всего, просто слишком много всего, и ты не понимаешь, куда нажимать, что делать и зачем это все. Реально, не понимаешь. Так, сообщения какие-то вон пришли. Нужны ли они мне? Я думаю, нет. Какие-то будильники здесь нарисованы. Flame All. Ура, все получили. Короче, видишь, за каждые там 45 минут, находясь в игре, видимо, мы получаем... А вот, смотри, да, 36 минут мы играем. То есть, ты поиграл час, и ты получил все вот эти награды. Поиграл 5 минут, получил только первую. Ну, прикольная эта штука, на самом деле. Как заставить людей находиться в игре? Все, ребят, на этом все, я пока же закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вам понравилось, если вы хотите увидеть, что будет дальше, какие здесь, может быть, миссии другие будут и так далее, то пишите в комментариях, что вы действительно, что вам понравилось, что вы хотите увидеть в данной игре. Мне привлекло то, что, во-первых, это Том и Джерри. Все-таки это Том и Джерри, это первая, наверное, игра, которую я видел по Тому и Джерри со времен еще 2000-х. То есть в 2000-х там выходили всякие файтинги тупорылые на PlayStation'ах. По Тому и Джерри. Ну, такие второсортные проекты. Даже, можно сказать, третьесортные. Здесь тоже как бы не особо блещет чем-то, каким-то уникальностью, каким-то суперинтересным. Но все-таки, я думаю, стоило посмотреть, что это такое себя будет представлять. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Том и Джерри, Чейз. И всем добра.